Батюшка ждет. Вот я убегаю, ты будешь вести. Если на месте брат Игорь звать, хочу своих встречал. Проходите, садитесь, проходите. Братья тоже проходите. Батюшку-то ждем? Вперед, батюшка. Рождество Твое кресте Божие наш, Россия, мир и свет разума, в небо звездам служащей, звездою учакуся, тебе кланяйтесь, солнце правды, и тебе делитесь с этой востока, Господи, слава тебе. Благослови нас, Господи, будь милостив к нам. Тебе слава веки веков. Аминь. Аминь. Сегодня у нас 11 число. 11. Как вы все знаете, 19 января по новому стилю праздник был на 10-й. Богоявление Господне, или крещение называем. Это будет понедельник. Понедельник будет. Здесь у нас будет, я приеду в воскресенье утром. Значит, служба будет, я буду, вместе будем молиться в воскресенье утром. В воскресенье вечером всеночное бдение, и после этого будет великое водоосвящение воды. В воскресенье вечером. И я сразу уезжаю. Возвращаюсь домой. Потому что там утром мы освящение, потом я еще в Корчино должен ехать. Там каждый год мы тоже освящаем. Вот так вот, запомните. Всем еще раз напоминаю, за святой водой со стеклянной посудой не приходите. Или металлическое что-то, эмалированный бетончик или что-то, или
сегодня есть пластмассовая. Вот. Стеклянную не берите банки, потому что это из года в год, и всегда это все разбивают, и в автобусах, и троллейбусах, все в этот день освещают православные разбитыми банками. И это из года в год идет. Предупреждают батюшки, сколько раз говорят, все равно идут. Банка стеклянная, полная, ее только чуть-чуть задели, она под тяжестью, она пустая, она еще не расколется даже ударь. А наполненная, когда под тяжестью, она сразу лопается, и все растекается. Ну. Поэтому так вот, я вас всем вам еще раз напоминаю. Вот. Потеряевки Рождество. Мы ночью молились, в 12 часов, вечером, а потом ночью, в 12 часов. Ну, все были гости, были только ребятишки, приехали там Устиновы из этого, из Белова там. Одних Устиновых было только 22 человека. С Корсина еще трое приехали, Ирина, это Виталия Устинова с тремя ребятишками. Вот. Поэтому так вот было. Утром мы в 10 часов у нас был молебен праздничный, после молебна трапеза праздничная, и после трапезы тогда уже концерт был. Концерт был почти 3 часа. Ну там долго там концерт, свои ребятишки там поставили, а потом уже взрослые там играли, пели. И наподобие, как у вас викторина, там тоже что-то было такое. Там, в общем, 3 часа почти было. Ну а потом уже все, отдыхали, кто это. А на другой день там устроили братья такое. Вот, а я разболелся, зуб у меня просто двое суток. Заболел зуб страшно просто. Нет никакого ни сна, ничего. Я как-то никуда не выходил. Они там, смотрю, гудят. Они на снегоходах придумали, ты Терентий привез, называется как она? Сноуборд. Это такая доска длинная, такая она, широкая доска такая. На ней такие там ботинки, как они свинцовые, какие-то тяжелые такие, крепятся. И вот они на длинной веревке, на снегоходе, значит, на этой там доске, значит, катались все там. Кто там на санках, сзади такие доска тоже. У Ничуков не такая, у Ничуков какие-то они купили, такая небольшая, как широкая такая. И вот он садится там и поехал. Там. Все поля там поистоптали, все это. На снегоходах они катались все там. Веселились, но так вот. Побыли, значит, повеселились православные. Ну так все вот прошло. Ко мне какие вопросы еще? Напомню так, что я не мог даже догадаться, что может быть такое. Кто-то может придумать, что причащаться можно даже маленьких детей только постом. До меня это даже не дошло, я этого не подумал даже. Вот. Почему не причастили ребенка? Сегодня день ангелов, день рождения. Почему? Я думал, что причастили. Но поста же нету. Позовите ее. Можно знать. Я знаю. Знать, я не мог до этого додуматься, что это можно такое придумать, чтобы как-то это. У нас исповедуется, даже исповедоваться не только можно великим постом. И причащаться. Такого нет, что великим постом или там в пост только причащаться. И нет. Можете подготовиться неделю, помолились, постились, пожалуйста, можете не во время поста. А исповедаться, не причащаться, может в любое время. Когда пришли, нет такого, что постом. Ну а постом мы почему каждый пост? Потому что все живем в таком, сказать, в мире, в суете. И скажут, что, ой, да я не могу даже, говорит, и там и помолиться некогда. То есть, в связи с этим, что поэтому уже так, хотя бы каждый пост поисповедуйся и причаститься, хотя бы, вот, самое малое, вот ведь как. А так что, ребенок, который еще даже и на исповеди-то нет, и постом, я до этого не мог додуматься. Вот. Теперь буду знать, но что есть даже и такое. Да. Ко мне какие вопросы? Еще. Я сейчас должен уехать. Мне надо в этот в Александро-Невский собор, там с батюшкой договорились, что там мне литературу. Нет, там служебный календарь я для себя. Вот такие вот календари такого размера. Продаются 50 рублей. Ну, мелко, не мельче, чем были у нас. Так, хорошие. И красным все это.
Вот. Ну там разные. Картиночка, первая страница разная. Там бывает Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, Николай Чудотворец. Там. Это не важно, что это. Это я покупал такое в Москве, но здесь такие же продаются, я видел. Ну вот купила. Кому если надо, то я сейчас там поеду, могу взять. Или сами где зайдите, в храм, где сами зайдите, в лавки. Сейчас во многих храмах, что лавки вынесли, из храма вынесли, продаются. И в Демитро-Ростовском храм, на улице лавка, где там все книги, свечи продают. В Никольской тоже так же вот, я был. Ну и в храме тоже есть, там свечи и в храме продают. Но главное, вся литература, вся продается там. Зайти можно, в храм даже не заходить, сразу в ограду в Никольскую, то зайдите, там много, там можете выбрать. Там потрясающе. Вот так вот. Ну что, какие мне наказы даете? Будьте здравы. Будьте здравы. Живите Богом. Да. И дольше. Не надо ехать вам до дома, до хаты. Ангела-хранителя. Дорогие братья и сестры, я задержался немного, потому что хочу вас поблагодарить за ваши святые молитвы. Ну попробуем. Я испытал столько радости от общения с вами в дни печали, в дни моей болезни. Поэтому благодарю Бога за эту болезнь, потому что я услышал столько слов признаний в любви. Так что спасибо, Христос. Вот я еще радуюсь, что с вами. Простите меня ради Христа, помолитесь. Мне уже позвонили, что нужно мне ехать на работу. Так что вот уезжаю, брат продолжает. Господи, вам Бог в вашем труде. Я хотел остановить наше внимание на сегодняшних евангельских строках. Сегодня читалось Евангелие, 2 глава. С 12 по 25 стих, кто не знает, запомните. Читалось о том, как поступил Ирод после того, как волхвы отошли. А волхвы поступили так, как сказал Господь. Он обиделся на это, понятно. Подумал, что они будут его соглядатаями. Сильные мира сего любят, чтобы те люди, которые почитали себя свободными внутренне, чтобы они преклонялись пред ними. Особенно это сейчас развито в церквях. Что взять папу римского, чтобы к нему подойти, нужно по таким ступенькам подползти к нему и поцеловать туфлю. Ну а видим, что ничуть не лучше у нас дела обстоят. Нужно то платки постилают, потом их в воде полощут и выкручивают, если архиерей прошел. Да? Ну и так далее. Много чего делают у нас для того, чтобы свободу человека, как апостол Павел сражался за свободу, за свободный дух человека. А люди его сами не хотят иметь. Вот я хотел остановиться на таком странном событии. Есть такой странный очень персонаж, который, если мы будем читать построчно, очень был угоден Господу. За него в интернете была небольшая дискуссия такая. Один ушедший от нас тут бывший брат наш, Игнатия Тихоновича, обвинял в том, что он назвал все свои книги, ну, свою периодику эту, открытым оком. А кто это говорил? Это говорил пророк Валаам. Пророк Божий Валаам. Но впоследствии мы знаем его трагедию. Кто не знает, скажу. Он отступил от Бога. И принял мзду, как сказано. И поэтому был вместе с этим народом языческим уничтожен, когда туда вошли, в эту страну вошли войска израильские. Так Господь попустил. Но пророк он был очень интересный. С ним связано одно событие, которого нет нигде больше в Библии. Для того, чтобы спасти этого пророка, заговорило животное. В Библии это написано один раз. Называется она «Валаамова ослица» вошла в библейскую историю. Ангел встал, и ослица увидала ангела, он не увидел. Хотел продолжить путь, чтобы этот путь закончился бы грехом еще раньше. Ослица не дала. Интересно, что когда он говорил пророчество на Израиль, когда Валаак его, князь Мадианский, на горы вокруг станы
израильского водил, чтобы он проклял народ израильский, чтобы можно было их одолеть. Потому что никто не мог их одолеть. Это всем стало понятно, что их Бог крепче, чем боги, которым поклоняются близ эти лежащие народы Палестины в обетованной земле. И вот решил он таким образом поступить. И Валаам не смог проклясть народ израильский, а только благословлял. И он его водил, все, ничего не может сделать. И не убил он его, Валак. Он понял, что это не в его силах. А видать, что-то внутри этого пророка все-таки дрогнуло. И в конечном итоге принял он мзду. И рассказал, дал совет, как духовно уничтожить Израиля. И через что, вы знаете? Нет. Через женщин. Через нравственность. Падение полной нравственности. И отсюда добраться до души каждого израильтянина. Финеас остановил это, убив этих блудивших одним ударом. И прославлен был в народе и в веках, как об этом воспевает Давид. И дальше случилось следующее. Каким-то странным образом вот это пророчество о звезде, о младенце, который придет спасти израильский народ, оно проникло в персидские страны. И мы видим этих волхов, которые приехали и спрашивают о младенце в Иерусалиме. Они пришли, шли очень далеко, потому что избили младенцев, написано, от 2 лет и ниже. То есть, значит, когда Ирод выведал, когда пришла звезда, много времени уже прошло, уже за целый год было. Да. Поэтому для волхвов было это открыто через пророчество вот этого несчастного пророка, да, Валаама. И когда они сюда пришли уже, волхвы, они, будем так говорить, они верующими уже практически стали. Потому что через них начало открываться такое нечто необыкновенное для народа израильского. Как бы потерянное пророчество, потому что это же не израильский пророк изрек. Вот такая странность. А изрек пророк, который относился к непонятно где там племя. Он жил у мадианитян. То ли он мадианитянин был, то ли там рядом какие-то языческие народы. Они легко сходились и расходились. Они были толерантными, как сейчас любят говорить. То есть они признавали богов друг друга. Ну, бывали и бились, конечно, но в основном признавали. Потому что их боги друг друга были понятны. Они, надо хорошо жить, богато. Все. Здесь же получилось совсем наоборот. И вот этот пророк, он стал таким интересным. Игнатий Тихонович, как сам такой необычный человек, ну и с необычной биографией, и необычные у него мысли. И он воззрел вот на этого пророка, посмотрел на него с точки зрения Библии, а в Библии написано о нем только слова надежды. Но то, что человек споткнулся и упал, мы сейчас скажем, да это каждый из нас может так же. Почему апостол Павел говорит уже, мы спасены в надежде. И немало кораблекрушений в вере были. И дальше пишет, больше того, 1 Коринфянам 11 глава, люди уже причащаются. И он начинает говорить в конце главы, а ведь если вы не рассуждаете правильно о теле Господнем, то многие из вас больны и немало умирает, написано. А мы все за своими болячками, о болячках разговоры. Не о болячках разговоры-то надо вести, а о том, где ты согрешил, что ты так болеешь-то. То сердце режут, то ноги, то руки, то до головы доберутся. Это не просто же от того, что ты там что-то переел или еще что-нибудь. Все началось с греха. Об этом апостол Павел говорит нам дальше. И вот эти волхвы, они как бы явились продолжением того славного начатого дела, пророчества об благословенных, об Израиле, который начал Валаам. И пророки, то, что Божье, остановить невозможно. Десница, слово божественное, оно неостановимо. Произнес пророк, который впоследствии был убит за свои прегрешения перед народом Божьим, перед Господом. За то, что до конца не смог он исполнить те заповеди. Хотя на него была огромная миссия возложена. Народу израильскому рассказать о его царе, который придет. Необыкновенно. Очень странно. И вот сейчас я вот эти книги смотрю.
Это странно. Я вот смотрю фильм «Раскол» сейчас, и там вот как событие, как на картинке нарисовано, как будто бы Христос был распят перед вами. Вот так освещены события, вот с помощью кинематографии, всех исторических событий. Там еще «Житие Аввакума» они туда взяли и прям показывают его так. Ну, конечно, не о многом там упускается, но в основном вот эта канва идет, прослеживается точно. И я смотрю, что невозможно было воссиять солнцу правды в душах. И евангельскому духу невозможно было воссиять в душах русских, славянских. Все забито было преданиями старцев, преданиями человеческими. Как это все вместилось... Как Господь нашел это сердце такое, как вот у нашего наставника, старосты нашего, я не знаю. Это еще все нам предстоит, не только нам. Это... И на этом, может быть, и не только наша жизнь будет строиться, жизнь и подрастающего поколения, если мы сможем передать исторически как-то, ну или книги передадут им об этом. Но я могу так сказать, что вот Игнат Тихонович, он как бы... Получился этот самый Валаам наоборот. То есть нет, наоборот, из того, из чего ничего не было, одно предательство перед Христом, и вдруг получилось такое пророчество, которое мы видим сегодня. И все это ложится на наши с вами хрупкие человеческие плечи. Сегодня вот такая проповедь была, и она так жгучая проповедь. Вроде Рождество, праздник, а проповедь-то проедает. Сначала поздравили всех, ну как батюшка говорит, повеселились православные. Ну что, покатались там все, а довеселили дальше. Ну, веселье наше заключается в радости, в том, что Христос еще не оставил нас. А не оставил, как не оставил? Ну вы исследуйте сами себя, верили вы. Как началась проповедь сегодняшняя? С вопроса. Как вы чувствуете, ли вы... духовное просвещение от Рождества, от праздника Рождества Христова в ваших душах, которое должно произойти. Какое единение у вас со Христом? То есть разговор-то идет о том, о рождении свыше. Но так как у нас этот вопрос конкретно не ставился, то есть, а рожден ты от воды и духа? Вот так даже никто не ставит вопрос. Будем говорить прям евангельскими словами из Иоанна 3 главы. Никто так вопрос не ставит. Ну вот интервью патриарха было. Полчаса, 35 минут патриарх говорит. Еще вы думаете, он о рождении свыше говорит? Нет, конечно. Задают вопросы, и через эти вопросы можно выйти. Сегодня в такое сложное время, кризисное, вот люди, и верующие люди, и любые, всем очень тяжело. Как жить? Вот война там в Донбассе, что вы можете пожелать этим людям? Как вот им, как им прожить вот так, чтобы и психологически не сломаться, и чтобы душа человека не была поломана, не болела. Ответы такие, что вообще не поймешь, о чем патриарх думает. Ничего, ни евангельской поддержки, ничего нету. Только об одном. Все упование на власти, больше ничего нет. Назидание должно быть такое, что через века пришло. Вот как у Валаама. Сказал пророчество, и через века пронеслось оно, и здесь принесли его, как бы будем говорить, его ученики. И принесли уже до конца, пронесли его. Так что мы до сих пор это вспоминаем. Но это все понял и Ирод. То есть сатана тоже все понял. Силы зла они ополчились сразу. Они поняли, что они обмануты, они не были обмануты. Свершилось то, что Господь заповедал. Свершится чему? Словам своим. Как они на нас должны воздействовать? Только одним мы должны быть продолжателями, как эти волхвы. На верблюдов, на своих. У нас верблюдов, он, выйдите во двор, стоит больше, чем надо. Но на этих верблюдах не идут к народу Божьему. Пока что. Колеса, ноги в другую сторону катят. Поэтому давайте, братья, не будьте младенцами, которых постоянно нужно кормить грудью Матери Церкви. А нужно самим вставать, искать, пажить. Вошли в церковь, хорошо, закрепились здесь уже. Сидите, корни пустили, все уже. Тут обросли стадами.
все нормально, теперь надо выходить на пажить. А то бабушка таскает такие сумари туда-сюда, рюкзака, Евангелия. Евангелий очень много. Целые прям 4 Евангелия вместе. Люди принимают, берут, причем очень много. Вот мы в тот раз сходили, взяли там сколько, 60 где-то, ну около 60 Евангелий у нас было. Ну полчаса, ну минут 40 где-то. Все люди забрали. Причем мы не навязываем ничего, как бы даже беседуем еще человеку. Ну, в основном, конечно, пожилым стараемся тоже, чтобы... Ну, и молодежь бывает, прям с радостью берет очень. Люди рады слышать рождественское приветствие. Ну, не все, конечно, рады, будем не кривить душой. Некоторые отсылают нас подальше. Ну, таких мало. И на таких удивляются еще в интернете. Говорят, как так? Проходят люди мимо, да еще это... Поругаться могут. Итак... Валаам показал нам пример отрицательный с положительным началом. А волхвы показали наоборот. С отрицательным началом волхвы, то есть эти служители сатаны, стали проводниками слов Господних. Помоги всем, Господи. Спастись. Да, давайте там оболячим. Сегодня у нас больные. Вот Валя, Валентина Павловна Борисова, она вчера еще заболевшая у нас, но сегодня вот совсем не смогла. И Польгуев рано утром позвонил, что у него давление поднялось высокое. Уже помолитесь. Любовь Петровна. Да, Любовь Петровна нет, но что-то она вот позвонила. Попова Надежда тоже болеет. Да, Надежда Андреевна болеет. И Нина с горы тоже болеет, лежит. А Татьяна? А, Нина, А Татьяна? Свечникова. Татьяна, ну Татьяна, нога у нее, сейчас сильный снег, ей неудобно идти с ногой. Ну, много больных вот так. Молитесь. Все, брат, у тебя все, ничего. Дева днес присущастие награждает, и земля и в тепле преступному приносит. Ангелы с пастырями славословят, волхвы же со звездою путешествуют. Нас бы ради родися, отроче влада привечный Бог. Господи, защити родину нашу от нашественных племянников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. Всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя твое, Бог и Иегова, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Дух Святой, Троица Святая. Аминь. Потом передать. Я не понятно, потом.